sports. It's in the game. Итак, погнали. Новая FIFA обновилась. FK Mobile теперь. Двадцать четыре. Новый сезон. Добро пожаловать в FK Mobile. Основатель, переход в новый сезон. Руководство, новичок, турниры. Проходите квесты. Division Rivals. Как обычно. Встречать игровой процесс нового уровня в EA Sports FK Mobile. Истинная индивидуальность игроков, динамическая скорость игры, элитная система ударов. Режим испытания 5 лиг. Ла Лига, Премьер Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1. Окей, начинаем с обучения. Так, вручную бить нельзя, только даю сейчас ударить кнопкой. Так, парашют не очень. Просто бьем. Окей. Так, пошел праздновать. Наборчик. Только опыт. Так, дальше разминаемся. Вспоминаем. Привыкаем к новой механике. Что добавили. Что отняли. Рывок и гонка. Побежали. Так, с препятствиями. Так, финт. Одного уложили. Ударчик вручную. На кнопку. Так, уровень 2. Так, самоцветы дают за уровень. Уже поинтереснее. Так, бронзу должны дать. Микель Тадзе. Игроки бронза X7. Что это значит? 7 игроков бронзы. Рандомных. Так, хотят, чтобы мы поменяли. Этого синего оставим. Автоподбор. Бамс. И быстрый матч. Только тут тренировка. Окей. Передачки. Музычка зачет. Как всегда. Так, Бюрт. Урау. У нас в команде. Так, по сверхам. Это мы знаем. Так, еще 200 самоцветов. Приступим к последнему обучению. Оборона. Так, подкат. Так, джойстиком ты никак не управляешь. Просто рывок зажимаешь. И отбор.
Понятно. Начальный курс. Винисиус Джуниор нас приветствует. Так, поляк двигала. Так, смотрим, что от нас хотят. Сводка. Тренировка. Автовыбор. Прокачали немного. Так, и вроде там было видно, вроде можно всех игроков использовать. Неважно, нападающего или полузащитника. Защитника. Так, в первый матч Лига Чемпионов, финал за Ман-Сити против Реала. Так, игра немножко медленновато ощущается. О, на месте, навесик есть. 2-0 уже делаем. Так, Вини Джуниор. Переводик, распасовочка. Ковачич в Ман-Сити перебрался. Навесик на Холланда, и он замыкает. Повтор уже. По нормальней стали. Без ускорения. А то, как показывают, даже иногда не видно мяча. Повторы. А сейчас можно смаковать забитые красивые голы. А ну, Родри. Вот это впечатал. В одно касание. Замкнул навесик. Так, финты есть какие-нибудь скрытые? Не видно. Так, навесик на дальнюю. Подбор. Навесик и прикольный ударчик получился у Рудри. С таким замахом удар. Бамс. Так, финал. Ман-Сити. Выводим на чемпионов. Холланд поднимает кубок. Пять ноль. Так, а ну посмотрим повторчик последнего гола. Бамс словил с лету.
Не знаю, как этот удар называется. Бьет ногой с лету и на эту же ногу приземляется. Магазин открылся. Логотипы, трухоми. Давайте дальше. Так, бронзовых игроков надавали. Так, схема открылась. Так, за уровень 200 самоцветов закидывает. Так, эмблема клуба. Что у нас тут есть? Так, я ищу свою эмблему. Буква С. Динамо Киев, Шахтер есть. Русской лиги нету. Знаем почему. Так, Спарта Прага. Вот моя эмблема. Сержа Сквад, ФК. Буду собирать также Сержев в команду. Так, полный набор. Погнали, откроем. Так, это просто 200 самоцветов. Или что? Или игрок? Нет, 200 самоцветов. Еще сверху подарили. Так, 1250 сразу за вход. Как бы давила на готове. На завтра. Рональдиньо можно за 7 дней получить. Это вообще блеск. Место уже Кубка мира. Так, награда. Так, смотрим, что нам дают. Так, Диого Джота. Я его выловил. Грилиш. Тоже. Панзу. Моу Коко. Всем давали. Рауля взял. В нападение. Либо на заменке будет выбегать. Так, что у нас дальше здесь? Подкрывалось. Так, можно обменять. Но это потом. Звездный абонемент. Пока нету. Тоже все потратил. Не знаю, переносились или нет. Вроде 6 очков у меня оставалось. Наверное, не переносились. Так, здесь 2000 чего-то там. Бесплатно можно открыть. Открываем. 5000 монеток. Дальше. Лига чемпионовских монет. Сапоинцы. Игроков нету. Матч Риволс. Ничего не перенеслось. Самоцветы опять. Так, тут, наверное, все.
Или может здесь можно открыть? Да, 3620 очков каких-то есть. Давайте откроем. По очереди за 2050 и 100. Так, тут засветится. Карточка засветилась. Открываем. Так, экранчики смотрим. Бразилия. ЦЗ. Маркинес. Кто это? Герой был. Люсио. Санта Лючио. Так. 2000 монет выкинули. Так, финты. Мяч можно взять. Бутсы какие-то. 1620 имеем. Давайте здесь подкрываем. Полностью не буду. Может, можно еще 2000 собрать на кого-нибудь. Лаказет падает. 83-й. Так, а на сотке? Кто выпадет? Засвет есть. Открываем. Экранов нету. Эступина. ЛЗ. Так, ну ладно. На сегодня хватит наборчиков. Здесь задание. Собираем. Так, сыграть один матч турнира. Что у нас по команде? Надо расставиться. Нападение. Рауля. Маококо. Скорость больше. Но Рауль повыше. И нагрузка в атаке высокая. Левый вингер. Грилиш. Будет, кстати. Защитку. Так, где у нас Люсио? Закидываем команду. Эндрю. На ступень нано. Иствуд. Так, а что не показывают сразу нужную позицию? Где фильтр? Ладно, потом воротника. Воротчика поменяем. Центр. Джоту поставим. Восемьдесят один уже показывает. У него рейтинг упал. Скорость 86. Ну, Маококо становится 79. Не в позиции. Панзу. 79. Так, а в ручке есть.
по скорости. Кого-то поставить надо. О, 83. Неплохо. А что они там серые, так все показаны? Наверное, только надо на позицию ставить. Хотя плюсики показывают. Непонятно, как это работает. Так, ЦЗ надо. Тоже скорость. Какую-нибудь. Так, ЛЗ был. 1,85 м. Хотя бы его. О, метр. Побольше скорость. 77. Бомба. Бомба. Пока будет он. Такой вот составчик на начальное время. Подписывайтесь, ставьте лайкосы. Дальше будем продолжать собирать игроков.